И на другую тему. 9 сентября этого года состоятся дополнительные выборы депутата Совета муниципального района. Народные избранники единогласно проголосовали именно за эту дату. Необходимость назначения выборов возникла в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по одномандатному округу номер 15 Владимира Онищика. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя администрации. Еще один вопрос, который рассмотрели на внеочередном 27-м заседании – проведение работ по благоустройству города. В этом году реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 18 марта печерцы большинством голосов определили, что первоочередным будет благоустроен парк имени Дубинина. До 31 июля подрядчик должен выполнить санитарную вырубку зеленой зоны, демонтаж остатков аттракционов и малых архитектурных форм. По второму виду работы, это парковое освещение, уже сейчас идут, аукцион проводится, сбор участников. 6 участников уже заявилось на этот конкурс. Значит, начало работы будет 28 июня. Аукционные процедуры еще не завершены. И третий вид работы – это укладка тротуарной плитки. Начало работы с 28 июня тоже запланировано. Пока идет сбор участников, один участник уже заявился. В летний период также планируется выполнить ремонт площади Юбилейной, разборку старого асфальта, отсыпку грунта, ремонт существующих дорожек и обустройство новых. Общей площадью порядка 730 квадратных метров. В бюджете городского поселения Печора предусмотрено в этом году 2 миллиона 400 тысяч рублей. План-график размещен. Прием заявок начался с сегодняшнего дня. Окончание работ запланировано на 15 сентября. Еще одной благоустроенной зоной должна стать территория около будущего памятника ветеранам боевых действий. Вокруг него появится аллея с тротуарной плиткой с выходом на набережную и будет смонтировано освещение. Также до 30 июня должны завершить ремонт сетей уличного освещения и замену ветхого провода на СИПе, самонесущем изолированном проводе. Годовой контракт по выполнению работ по уборке парков, скверов, мест массового отдыха, уборки остановок, всех урн, заключен с ИП Коровчевским Геннадий Геннадьевич. Сумма годовая составляет 2 миллиона 850 тысяч рублей. Годовой контракт на содержание кладбищ заключен также по итогам аукциона 12 января 2018 года с ИП Чепсановым. Сумма составляет 1 миллион 299 тысяч рублей. Это три наших кладбища. Белый Юг, аэропорт и Ниповск. Депутаты рекомендовали администрации муниципалитета проводить ежедневный контроль за исполнением муниципальных контрактов и разработать комплексную программу благоустройства территорий городского поселения Печора.